Благотворительный фонд «Новые имена» работает с одаренными детьми на протяжении 30 лет. Ребят отбирают в направлениях изобразительного искусства, исполнения классической музыки и литературного творчества. В конце прошлого года фонд выиграл президентский грант с проектом «Новые имена России», который создан для поиска и поддержки талантливой творческой молодежи. За эти 30 лет уже сделано просто огромнейшее количество мероприятий, акций, проектов, в рамках которых уже более 16 тысяч талантливых детей России получили поддержку фонда «Новые имена». Многие стали из них сейчас знаменитыми музыкантами. Ну и самый известный – это уже действующий президент фонда «Новые имена» Денис Мацуев, которого все знает, и который, кстати, прошел все стадии, все этапы фонда «Новые имена». Сразу два ученика Виктора Котовича приняли участие в престижном конкурсе. Преподаватель остался доволен выступлением своих подопечных. По его словам, они хорошо выполнили программу. Он отметил важность этого мероприятия и рассказал о творческих планах своих учеников. Но они оба мечтают стать военными дирижерами. Оба. Просто период становления. А стимулом является то, что они участвуют в разных конкурсах в прошлых годах. Ну и, естественно, новые имена – это для них является основным стимулом. Потому что, получив здесь какую-то известность, они будут уже двигаться дальше. Когда в 6 лет Тимофею Гмызину предложили выбрать музыкальный инструмент, он без долгих размышлений решил освоить трубу. Сегодня ему 11, и юный музыкант с легкостью преодолел первый этап конкурса «Новые имена России». Но на втором его охватило небольшое волнение. Был небольшой страх, у меня он часто бывает, я его пытаюсь как-то перебороть, уже практически получилось. Я стараюсь не волноваться, потому что, в принципе, я знаю и могу сыграть хорошо. Помимо музыкального концерта, для юных художников провели мастер-класс по изобразительному искусству. Заданием было написать натюрморт, после чего их работы оценило жюри. Следующий этап от Московской области отберут всего 10 творчески одаренных детей. Возможно, для кого-то это станет началом большого творческого пути. Арсений Рогозянский, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.